В июне месяце в школах города открываются пришкольные лагеря дневного пребывания. Многие родители охотно отправляют своих детей в такой лагерь, потому что ребенок будет весело и с пользой проводить летнее время. В этом году сезон пришкольных лагерей открыт с 5 июня и продлится он 2 недели. Подробнее в видеосюжете. Как правило, школьные лагеря в общеобразовательных учреждениях – это нужно и важно в летний период времени для детей. Так, ежегодно лагерь при школе номер 23 проводит интересную программу для своих учеников. Лагерь дневного пребывания «Балдаурен» в основном посещает учащиеся начальных классов. Отметим, что в прошлом году пришкольный лагерь «Балдаурен» стал лучшим по городу. Цель лагеря – это проведение летнего периода с пользой для детей. В нашем лагере проходят различные мероприятия. Мы заранее готовим на 10 дней план мероприятий. Каждое мероприятие отличается друг от друга. Очень хорошо все организовываем, весело и дружно. Например, сегодня день смеха. Мы поднимаем настроение детей, выступают клоуны. Вообще все организации занимаются учителя. Они выступают в качестве вожатых. На сегодняшний день в городе 68 школ, в каждой имеется свой пришкольный лагерь. Помимо пришкольных лагерей будут функционировать и загородные оздоровительные лагеря со сменами продолжительностью 10 дней. В этом году 1205 детей из социально уязвимых слоев населения также будут отдыхать в лагерях. 40 детей из сельских школ, активисты, поедут в лагерь республиканского значения «Айналайн». Они уже завтра, 7 июня, выезжают в дорогу. Затем в июле у нас 40 детей, также из сельских школ, активисты, посетят лагерь «Урджар-Аим». Затем... Да. И получается, сезон, сколько будет... Длительность оздоровления в загородных лагерях составляет 10 дней, также и в республиканских лагерях тоже 10 дней. И сколько будет сезонов? У нас будет 5 сезонов. 5 сезонов. В каждом сезоне будут оздоровляться дети от 80 до 100 человек. Лагерь – это активная сфера деятельности, которая дает возможность родителям пусть ненадолгое время отдать своего ребенка, интересно и с пользой провести лето. Я хожу в данный лагерь «Балдаурен» с 1 класса. Здесь очень интересно, и этот лагерь мне очень нравится. Здесь мы участвуем в разных мероприятиях и посещаем интересные места в городе. Все с нетерпением ждут лета, заранее планируют свои каникулы. Интересно провести время для наших детей поможет пришкольный лагерь. Он был и остается полезным для всех детей, несмотря на то, что функционирует он только 2 недели. Любимые вожатые, развивающие и спортивные игры, вкусная еда в столовой, близкие друзья, новые знакомства. Все это летний пришкольный лагерь. Диана Тулев, Нурлан Оразалин, телеканал «Семей».